привет всем красивым людям. В ближайшие 20 минут только позитивные репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Подготовка гардероба – это лишь половина работы над летним образом. Вторую половину берут на себя специалисты индустрии красоты. Именно они настроят нас на лето 2018. Начну с кабинета косметолога. Без профессионального увлажнения и питания, как и без солнцезащитного крема, последствия пребывания под жаркими лучами могут оказаться разрушительными. Инъекционные процедуры в летний период у нас не совсем показаны. Beauty Flash – это, скажем так, аналоговая процедура без инъекционной мезотерапии. Идет насыщение поверхностных слоев кожи кислородом. Под давлением чистейшего кислорода, который вырабатывается в специальной барокамере, у нас еще идет распыление мелкодисперсно сыворотки. Вся химическая связь работает уже на протяжении нескольких дней. Помимо Beauty Flash, в качестве эффективного ухода без уколов и травматизации рекомендуются программы знаменитой Эриксон лаборатории. Воздействие активных веществ происходит на клеточном уровне. Запускаются физиологические процессы, детокс, кожа насыщается кислородом, что просто необходимо для жителей мегаполиса. Маникюр и педикюр – это и гигиенические, и эстетические мероприятия. А о тенденциях летних декоративных покрытий также важно узнать в преддверии отпуска. Самое универсальное покрытие – это френч, потому что оно подойдет абсолютно ко всем нарядам. Можно предложить оттеняющие пастельные оттенки. Потом можно использовать яркие оттенки, которые тоже будут оттенять наш загар. Такие достаточно сочные, ягодные оттенки, арбузные, ну, летние. Что касается декоративного покрытия, то это флористика, цветочная тематика, папоротники, листья. Фламинго сейчас очень актуальные рисунки. Каждое лето всегда актуальна морская тематика. Белое, голубое, либо синее, красное сочетание. Немножечко можно добавить золота, серебра. Можно порекомендовать еще блестящие покрытия. То, что касается по форме и длине, короткие ноготочки у нас немножечко ушли на другой план. Сейчас имеет место быть длина, но это, конечно, не экстремальные. По форме это мягкий квадрат, либо миндаль. Все натуральное. Различные матовые, глянцевые, блестки, глиттеры, стразы. Также актуальна в этом сезоне мозаика. Желательно, чтобы дизайн на руках и ногах сочетались между собой по цвету, по стилю, по фактуре. Тогда ваш образ будет завершен. Что касается профессионального ухода за волосами, специалисты рекомендуют молекулы красоты – процедуру, направленную на сохранение цвета и увлажненности. Кроме того, важно также проконсультироваться по поводу правильного ухода в отпуске. Под воздействием солнечных лучей цвет волос выгорает. Допустим, море, морская соль, он вымывает влагу с волоса. Волос становится тусклым, безжизненным, ломким. И чтобы этого избежать, я рекомендую шампунь. Он содержит депантенол, который ухаживает за кожей головы и восстанавливает структуру. Несмываемый спрей для волос, который защищает от воздействия солнечных лучей. Вы можете нанести как на влажные волосы, так и на сухие, перед тем, как выйти на солнце. И еще есть маска, которая необходима также после пребывания на солнце, которая восстанавливает 100% волосы. Следующий момент – автозагар, который желательно получить здесь и сейчас. Один из безопасных вариантов – кабина автозагара Z-Sow. Вы одеваете специальные следочки, в которых есть отверстия на пятке. Когда вы встаете на металлические пластины непосредственно в кабину, происходит распыление. Система, она более современная. В связи с тем, что здесь непосредственно идет контакт вот с металлическими пластинами, прилипает все равномерно. Нанесение красителя происходит за 6 секунд. И последнее – макияж. Чтобы не думать о нем на курорте, но при этом выглядеть ярко, нужно знать один или несколько секретов. Перед поездкой на отдых я рекомендую окрасить брови и ресницы, чтобы быть яркой и естественной без макияжа. Я хочу представить вам два продукта от марки High Definition. Это крем тени
коричневого цвета и тушь для бровей. Это водостойкие продукты, которые позволят сохраняться макияжу в течение целого дня. Один день в компании специалистов индустрии красоты и стильное лето вам обеспечено. Ну а насколько оно будет добрым и позитивным, зависит только от вас. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Мода, как известно, весьма непостоянна, а смена эпох, как правило, меняет не только основные силуэты и цвета, но и само отношение к одежде, манеру ее носить. Пересматриваются также и внутренние процессы производства одежды. Мода, она для всех, действительно. Данную модель может позволить себе практически каждая женщина. А если шить только совершенную классику или только совершенно скучное и неинтересное, то и марка станет неинтересной. Поэтому наши дизайнеры и разрабатывают тенденции, соответствуя каким-то высоким домам моды. Оксана Бакаева, эксперт из Германии, занимается продвижением нескольких брендов, отличительная особенность которых – это разумное сочетание качественных материалов, оригинального дизайна, перфектного исполнения и адекватной стоимости. Контроль качества – это одно, инновация – это немножко другое, я думаю, инновационные технологии, например, в процессе окраски. Это то, что сейчас возможность с компьютерной графикой работать появилась больше, с компьютерной техникой. То, что я рассказывала, например, про принты, которые художник рисует акварельными красками, выдумывает или где-то увидит при путешествии в другой стране или в другом городе, может перенести на ткань. Таким образом рождаются ткани, которых нет у других брендов. Перед производством проматывается полотно и просматривается глазами на качество ткани. Поэтому не может в готовом изделии быть утолщения нити, каких-то разрывов, каких-то затяжек. То есть это же немцы. Вопреки стереотипам, в которых сочетание немецкая мода ассоциируется исключительно с консервативностью, при внимательном изучении брендов из Германии открываешь для себя не только креативные, но и довольно смелые идеи. Дизайнеры прорисовывают принт уникальный для каждой коллекции. И мы с вами сейчас говорим не о высоких премиальных марках, а в среднем в нашем сегменте есть возможность купить блузу, платье того принта, которого нет вообще в Челябинске. То есть это используют всегда первые линии, высокие дома моды. И это у нас есть. В коллекции обычно три темы, и каждая из них называется. Вот про тропики рассказал, это тропический ландшафт. Футболка с попугаем – это дикая природа, тема называется. Из аквамариновых таких тонов – это поездка на Атлантический океан, допустим, за теми же инспирациями, чтобы понять, как он выглядит, как выглядит эта вода. Чтобы был у нас не обычный голубой, а вот именно голубой цвет Атлантического океана. В наши дни, когда по одежде не судят о происхождении человека, когда новые идеи высоких домов становятся доступны онлайн, на первый план выходит индивидуальность, способность выглядеть эстетично, без лишнего напряжения и не тратя на это все свое состояние. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. 6 красных «Фольксвагенов» Пола. Сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно.
обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до 3 кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Свадебная съемка – наиболее востребованный вид деятельности фотографов любого уровня. Но, по мнению настоящих профессионалов, без опыта и системных знаний не будет некачественных снимков и недовольных заказчиков. Игорь Цаплин известен среди профессионалов как один из успешных современных мастеров свадебной фотосъемки. Его челябинские мастер-классы посвящены работе со светом, маркетингу и продвижению в социальных сетях, а также правилам общения с молодоженами. Если ты приходишь, я считаю, в любую профессию, да, если мы говорим про фотографию, просто ради того, чтобы по-быстрому заработать, не горя этим, то ты в самом плохом для себя случае ничего не заработаешь. И, в принципе, люди не пострадают. Но копирование вообще неизбежный побочный эффект любого обучения. То же самое происходит в художественных школах, то же самое происходит в музыкальных школах. Да? Изначально людей учат нотам, изначально людей учат писать картины, как кто-то делал, по каким-то канонам и школам. И только когда ты отточил какое-то мастерство и уже попробовал сделать как один, как второй, как третий, то ты можешь скомпилировать что-то свое. Если бы все не проходили школу художественную, ну, скорее всего, хороших художников было бы гораздо меньше. Мастер-классы посещают не только те, кто буквально вчера взял камеру в руки, но и те, кто уже состоялся как профессионал. Его работа отличается вот именно живыми кадрами, такими легкими, и показывают настоящих ребят, ну, настоящих молодоженов, которые не умеют фотографироваться, они не модели, не профессионалы, а Игорь их полностью раскрепощает и работает с ними на одной волне. Но очень важный момент был свет, то есть работа со светом, работа со вспышкой. Это очень важно, это очень непроработанный момент. У меня недостаточно еще, наверное, опыта работы было именно вот с искусственным светом. Самые интересные и важные фотографии – это люди, и то, насколько по-разному можно раскрывать их с помощью фотоаппарата. Потому что, с одной стороны, можно раскрыть человека, с другой стороны, любой фотограф раскрывает человека, отчасти раскрывает это через свою призму. И мы, опять же, то, что нам всем кажется красивым, это то мы и видим в героях наших фотографий. Поэтому чем больше, опять же, мы будем общаться на мастер-классах, вот на таких мастер-классах с максимально разным количеством интересных людей, тем больше разных призм, вот этих взглядов мы увидим. Поэтому мне как фотографу очень важно пообщаться с кем-то еще интересным, потому что, может быть, я снимаю вот так, а потом приезжает Игорь и говорит: смотри, вот так. И меня это очень сильно расширит. Это здорово. Сегодня свадебная фотография – это целое направление фотоиндустрии со своими нормами и правилами, жанровыми особенностями и художественными приемами. Это еще и неотъемлемая часть свадебного ритуала, в котором участвуют и виновники торжества, и их гости. Именно поэтому свадебный фотограф сегодня – это больше, чем просто специалист, отвечающий за баланс, фокус и композицию кадра. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Белая футболка, по мнению стилистов, это основа основ. Ее можно как угодно декорировать и с чем угодно носить. Летом, когда не хочется перегружать себя большим количеством украшений, идеальный вариант – это уже украшенный топ. Классика летней моды – маленькое белое платье будет востребовано вне зависимости от погоды. В прохладные дни его можно носить с курткой или кардиганом. Более изысканная тема в белом цвете – кружевной бомбер. –
Белый костюм для отдыха – еще одна идея. Удобная и одновременно стильная. Ну и, наконец, белый лен. Он всегда востребован летом. Что бы там ни писали о модных тенденциях сезона специалисты. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова 159. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV, а также смотрите на сайте www.bt31tv.ru. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.